Жители Твери определили, какие зоны отдыха будут благоустроены в первую очередь. В администрации Твери подвели итоги рейтингового голосования. Оно проводилось на сайте tver.ru с 21 по 28 февраля. Из списка территорий, сформированного на основании обращения жителей, горожане могли выбрать те парки и скверы, которые, по их мнению, больше других нуждаются в благоустройстве. Работа по выбранным зонам отдыха будет проведена в 2021 году. Во время строительного сезона этого года будет завершено благоустройство тех территорий, где оно началось в прошлом году. В скверах, поселках Химинститута и на улице Можайского. В тройку лидеров у нас попали Мигаловская набережная, бульвар Гусева, территория МЖК. Я, может быть, немножко непоследовательно говорю, но, в принципе, это пятерка. Парк «Текстильщик» и набережная Афанасия Никитина. По ряду этих территорий у нас ранее были разработаны проекты, поэтому будет реализация. По остальным территориям это концепция и проектирование. Наше также еще предложение все-таки проработать концепцию именно улицы Трехсвязка еще дополнительно, так как это сердце города, много обращений граждан.